почему вдруг медика решили присоединить к такой интересной тематике? Окей, я, может быть, необычный человек. Так и видно, да. Так и видно, окей, да. В каком плане? Давайте будем откровенны. Ага. Очень интересная женщина. А, ну, это минус, может быть. Это окей, мы займем. Это минус никогда не бывает. Никогда не бывает. Окей, почему ко мне пришел Бог? У меня было написано если бы Миша поговорил, он говорил, по гороскопу, наверное, написано. У меня было написано, в мои планы по жизни входило работать с Богом. Не имела понятия. На интернете очень много передач на русском и английском языке о том, как меня привело к Богу это чистое создание, что получилось. Я работаю с вами, я работаю со многими. Окей, значит, вы пришли или он к вам пришел? К одаренным людям приходит Бог. К одаренным. Это нравственно. Что значит к одаренным людям? Каждый человек кому положено, индивидуально. Кому положено. Окей. По происхождению моего отношения с Богом, я была обязана прийти и выполнять особенные. Люди приходят с функциями. Они по-английски называются essential souls. Okay. Я пришла немножко лидировать, о чем я буду в плане этого разговора говорить. То есть, 6 лет я работаю с Богом, в результате чего меня освободили, моя душа свободна, я учу, я ученица у Бога, я здоровый человек, я нравственный человек. И все же, почему медицина и почему, между прочим, мне разрешили уйти из медицины и просили начать принимать клиентов, не пациентов, потому что это тоже не хирургический момент. А здесь, в Сан-Гейтс, я еще немножко имею возможность подумать. Вы по специальности медики? Да, я закончила факультет интеграционной медицины. Я была аспиранткой у очень известного врача. Его считают основоположником интеграционной медицины, доктор Эндрю Вайл. Это все равно нехорошо, это все равно очень низко, это не тот же уровень. У Бога все иначе работает. Поэтому он пытается освободить мой ум полностью. Это были тяжелые годы, когда я работала, много лет проработала. Это уже даже меня поменяла судьба после того, как я начала работать с Богом, в лучшую сторону. Я поменяла мнение даже после аспирантуры, я поменяла знания после всего этого. Я практикую уже на другом уровне. Я делала 3 года здесь, в Чикаго, меня привезли из Аризоны. Очень много, как Бог говорил, кампейн в менство. Я не брала ни с кого деньги, я работала очень чисто, очень конкретно с людьми. Поразительные успехи. В каком плане? Окей, давайте говорить о покое. Вот почему я решила все-таки вступить в разговор. Покой при этом, деньги иметь это достоинство, если спросить Бога. Да. Это достойно. Да, но это головное. У меня нету болей, говоря о боли. Это достойно, недостойно не верить. Okay. Верить это положительно. Две функции организма. Мы, верующие люди, предпочитаем не бояться. Меня стабильно учили не бояться. Это функция моего организма. Я закодирована на любовь. То есть, когда Бог хочет, Он предлагает человеку, предполагает, что человек хочет быть не влюбленным в деньги, естественно, а любить свою жизнь. Процветание – это то, что Бог нам разрешает иметь на земле. Процветать или баловаться быть дешевыми у себя – это касается души, я говорю о душе. Я не говорю о духе, я не говорю о ментальности, я не говорю ни на каком другом уровне, кроме душевного. Душа стремится к покою, правильно? И она это делает магнетически. Очень похоже на стоп-маркет. Здесь работает процесс магнетизма. Если об этом никто до сих пор еще не говорил, то я буду откровенно говорить. Здесь вопрос магнетизма. Меня поднимают на уровень квантума, и это не просто Вселенная. Квантум – это часть Вселенной, где работает Бог. Это его мастерские, как он обычно говорит. Меня тренируют там как медика, который ушел из медицины, где я получаю абсолютную информацию, которая точно работает. Квантум – это части Вселенной, куда вхож Бог с тобой, и ты можешь получить абсолютно все.
Это часть его интеграции, которую нигде не изучают, как вот Михаил говорит, то, что он знает, это нигде не преподается. Это то, что рассказывается человеку Бог. Испокон веков всегда нас учили чему-то, мы прогрессировали. То есть мы авангардные люди, авангардные, которые пришли помочь человечеству. Я всегда знала, что у нас предписано иметь, не знала, что стак-маркет, но Бог сказал, теперь попробую с Михаилом. Почему с ним? Он стабильный человек, и он откровенный с Богом. То есть в мои мысли никогда не входил вопрос играть во что-то, числиться человеком, который знает стак-маркет. Нет, абсолютно. Я всегда хотела быть просто обыкновенно хорошим, чистым, добрым человеком. Все остальное ничего не знала. И Бог пришел и сказал, почему я к тебе пришел. У меня мало выборов было, я пришел к тебе. Ну, там тоже условия были, почему можно, это отдельные разговоры. Дальше. А почему принципиальность не важна для Бога? Что существует немножко в маркете. Принципиальность не важна, потому что все люди не одинаковые. Он со мной конкретно говорил про нас, русскоговорящих. У нас менталитет и строительство ума, он построил наши умы. Он влиял на нас, хотите или хотите, не хотите, но все равно получалось так. Он влиял на наш ум, он знает нас, он отец наш, он предлагает нам считать себя как бы лидером у нас. Он считает, я знаю как, психологически наш ум отличается от американских умов. У нас больше шансов, он говорит. Не потому что это выгодно или невыгодно ему. У нас больше шансов, мы более влиятельные и более стабильные, но мы еще не рациональные в этом плане люди, потому что мы еще не успели получить информацию. Вот почему он хотел благополучия нам. То есть, как медик, я знаю, что нервы сдают, и ты не понимаешь, ты не успеваешь, и ты теряешься. В результате теряешь, может быть, income opportunity. То, что Михаил предлагает, особенно по вечерам приходить, это стабильность для семей. Почему? Немножечко не будет легкой жизни в Америке. Он знает, он видит, что будет впереди. Он просто пытается помочь людям, чтобы у них не было кочек. Что просто поехали по жизни немножко спокойнее. Благополучие, он просто хочет благополучия. Что я буду предлагать? Как членораздельный человек. Во-первых, в моем арсенале, где он меня учил своей силе и времени, я изучала с Богом силу и время, что очень похоже на стак-маркет. Никогда не знала, что это. Или вместо пилюль. Сила и время — это то, что пытаются медицины сегодняшние делать. Сила — это и покой — это модум. Это сокровенная часть нас. И модум люди получают, отказываются, принимают. Модум — это то, что я буду рассказывать, индивидуально ли у нас будут классы. У нас, то, что Бог говорит, что у нас с Мишей будет больше количество времени, мы будем продолжать это и промотать, и у нас будут ретриты. Часть пути, которую нам предписано, Бог уже знает. Я являюсь его дочкой, он всегда мне говорит о том, что впереди. Ну, естественно, всегда сбывается. Это никогда не было еще ошибка. Если на маркете какие-то вариации есть, у Бога нет, он говорит, я как Нострадамус, я могу сказать наперед. Это все рассчитано на века вперед. Я знаю, как человек, который с ним разговаривает каждый день, я знаю, что будет через 15 веков. Я не буду об этом говорить, потому что это не конкретно для нас сегодня. Для меня будет, я приду еще раз. Но принцип какой? Принцип знать. Знать спокойно — это то, что я буду, как любимое облако любви, давать и женщинам, и мужчинам, и разные, по принципу, что необходимо каждому полу, и даже индивидуально. Я буду это все показывать людям и помогать. Во-первых, Миша будет спокойнее работать. Доступность к нам обоим будет очень легкая. Здесь, on the premise of Sun Gates, пожалуйста, мы будем accommodate людей. Ретриты по Божьи, папа говорит, что это лучше. Я считаю своим долгом сказать, что я вдова. Женщинам тоже полезно это изучать. Вы никогда не знаете, что произойдет завтра. Мой муж чувствовал, что он уходит. Я говорил, будь спокойна, будь нерасторопна, просто знай, что ты не должна бояться, ты останешься без меня, но не бойся. Бог ему, наверное, мне сочувствия не нужно, я в порядке. Но я всегда знала, что нужно быть точной, определенной и внимательной к себе. По принципу не жадности, естественно, уверенности. Уверенность приходит с геномом. Я владею.